Кисломолочная продукция, кефир, йогурт, сметана, молоко, сливки, майонез. А еще большой выбор сыров. Творожный, волокнистый, твердый, плавленый и даже с начинкой из творога с орехами. Разнообразие товаров представлено на стенде компании «Дустер Мариана». Всю эту продукцию самого высокого качества производят в Армении. Там компания лидирующие позиции на рынке молочной промышленности занимает уже больше 2 десятка лет. Теперь фирма приехала на выставку в Сочи, представить свои продукты розничным и оптовым покупателям и наладить поставки на прилавки города. Более 20 лет фирма находится на рынке, армянском в основном рынке. И вот последние 3 года мы экспортируем нашу продукцию в Россию, Москву, Московскую область, Краснодар, город Сочи в основном. Очень хорошие успехи, потребитель знаком с нашим продуктом. Кроме того, компания привезла на выставку мороженое. Его производят на Ереванском молочном заводе. Кстати, линии, с которых выходят все эти продукты, оснащены самым современным оборудованием. Еще один интересный продукт компании «Дустер Мариана» – это вот такие мясные консервы. В таких банках тушеная говядина, паштет. Здесь, например, гречневая каша с говядиной. Интересный дизайн упаковки тут же привлекает внимание даже самых взыскательных покупателей. С продукцией компании из Армении «Дустер Мариана» можно познакомиться на выставке «Продукты питания». Она работает с 10 утра до 7 вечера по 25 марта в отеле «Жемчужина».